Лесь Курбас, украинский и советский актер и театральный режиссер. Биография: родился в семье актеров Степана Филипповича Курбаса и Ванды Курбас. Учился в Тернопольской украинской гимназии, участвовал в самодеятельности. С 1907 года учился на философском факультете Венского университета, через год перевелся во Львовский университет. В 1909 году организовал студенческий театр, в котором стал главным режиссером и актером. За требования украинизации университета был отчислен. Позже восстановился в Венском университете, который закончил одновременно обучаясь в драматической школе при Венской консерватории. Работал в Гуцульском театре Игната Хаткевича, Львовском театре общества «Русская Безда». С началом Первой мировой войны переехал в Тернополь, где в 1915 году организовал стационарный театр «Тернопольские театральные вечера». В 1917 году по приглашению Николая Садовского переехал в Киев, где организовала театральную студию. В сентябре 1919 года женился на танцовщице Валентине Чистяковой. В марте 1922 года организовал знаменитый театр «Берёсли». В августе 1925 года получил звание народного артиста УССР. После свертывания политики украинизации был обвинен в националистических извращениях, отстранен от руководства театром. 25 декабря 1933 года был арестован в Москве и осужден к 5 годам исправительно-трудового лагерей. Находясь в заключении на Соловках, организовал самодеятельный театр. В ноябре 1937 был расстрелян в урочище Сандормах. Память. В памяти Олесе Курбасе. В Киеве проспект имени 50-летия октября переименован в проспект Леся Курбаса. Почетный гражданин Г. Тернополя. Во Львове Владимиром Кучинским и группой молодых актеров в 1988 году создан Львовский театр Леся Курбаса. Улица Леся Курбаса в Днепре.